Что делаем? Слушайте, пицца. Ярко сильно уменьшила? Да, уменьшила слишком лицо. Я блещу как звезда. Для меня, знаешь, жирная кожа. Жирная рожа. О, сразу так. Приятно, здрасте. Вы просто меня очень все ждали, я поняла, да, что сразу так. Упс. Ребят, ну вы не угадаете, какой цвет я сделала. Никогда. Угу. Привет, привет. Загорелая, да ладно. Я? Вроде я не загорала, но ладно. Какая была? Привет, Ира. Привет. Красотка наша, спасибо. Смотри, как я сижу, не видно даже какой цвет. Да, да. Ага. Да, да. Ахмед. Да. Уже видно розовый. Где видно розовый? А. Ты что, неаккуратно что-то доставал? Спарила все. А мне ты нравишься с короткими волосами. Я себе вообще нравлюсь со всеми волосами, без волос. И... Мне о, господи. Видно же. Уже понятно, что видно же. Что видно? Ничего не видно. Да, блондин видно. Да не, вот сзади торчат, сказали, видно. Какие, да? Проницательные. Удивительно красивая модель. Моделью я не стала, к сожалению, еще пока что. Но какие мои годы, с 30 все начать? Ну, удивительно красивая. Скажи, какой уход у тебя для лица? У меня мыло, вода. Планируем Новый год. Ой, я не помню, как остров называется, какой-то в Китае. Бомба будет, да. Да не, вообще мы покрасили меня, я уже такая белая-белая бомба, как раньше была. Да, спасибо большое, тоже надеюсь, так и будет. Долго делать волосы, но я засыпаю сижу, как бы. Не знаю. Ладно, будет. Господи, я уже нарастила, какие уже будут. Видите, что у меня от корней белые волосы. В 30 только начинается, в моем случае, и в 50, и в 60. Я снимала, да? А видео ты тоже? Не, на секунду. Да, я поснимала видео, у тебя уже не пьет. Нет, до. Капсульная, да, или микрокапсульная? С какой у нас, по-моему? Многие голосовали за белый хвост, кажется. Ну и что вы думаете, я такая вот... Вы проголосовали за белый хвост, и я такая, ой, нет, я буду делать белый хвост. Мне очень приятно, что у вас такое мнение. Конечно, я его иногда прислушиваюсь в одежде там или в чем-то другом, но именно с волосами, конечно, я сделала то, что я захотела. Сколько это стоит? Здравствуйте. Да, я у Алены делаю. Я не... Сколько это стоит? Сколько это стоит? Вот смотреть надо, на какие волосы, какая густота. Количество капсул. Привет, ждала тебя, приятно. Спасибо, я знаю, мне девчонки писали, что очень ждут меня в эфире, я поэтому вышла. Всех вас люблю, обнимусь, целая Суся. Девчонки, у меня так расфигачило тетяу. У меня пришел новый корсет, кто писал, что у меня все с кровью. Я наконец-таки сегодня поменяю свой корсет, но он пришел не черный, я расстроена. Чтобы вы не подумали, что я просто постирала тут. У меня реально второй корсет бежевый. Опять бежевый корсет. Пожалуйста, подарите мне кто-нибудь черный корсет. Я вам делаю подарки, мне тоже подарите корсет черный. Почему он опять бежевый? Почему? У меня самый стрёмный цвет. Обосрала, потом люблю пуси-пуси. Я не знаю, кто там на вас насрал, я ни на кого не срала. Это делать ни разу не делаю. О, смотря сколько. Нормально бежевый. Мне не нравится, сейчас посмотрите. Черный мне больше идет, я блондинка. Но куда это? И они очень... Если вы будете брать себе, берите черные. Марки. Они пачкаются. Вот видите, я одеваю черную одежду. Она в черную обтирается. И все. Какой цвет красилась, Лиза? Белый-белый. У меня прям белый-белый. А у меня второй раз не такой был? Нет. Сейчас белее же, да? Угу. Смотрите, какая красивая мама. Мне Санта лучила. Да, у меня, походу, отек. Но еще перед этими днями. Нет, я думаю, что они такие же останутся. Но мне сказали все, что не останутся. И я тут сижу, плачу. Грубая стала. Какая есть.
Ну, извините, с такими обсёрышами, которые на меня подписаны, за такое время можно стать, конечно же, и немножко грубой. Я же не могу всегда быть. Иногда скажу, да, такие словечки. Что мы там вчера говорили? Не скажу. А, это сегодня. Вчера еще что такое-то слово было. Не скажу, Павел. Не скажу, Павел. Офиг, скоро уже снимать. Да, конечно, скоро. Полтора-два месяца, знаете? Полтора-два месяца носить. У вас красивый правый глаз. О боги, это лучший комплимент в моей жизни. Водолеи все-таки знают, что ответить, да. Мужу уже скоро. Сколько стоит наращивание 200 капсул на волосы средней длины, стоимость какая вместе с работой? Ребята, думаю, что вы можете сейчас взять... перейти у на нас страничку. Сейчас акция проходит. Мы дарим окрашивание в подарок при наращивании волос. Очень выгодно. И вообще у нас наращивание сколько? Средний чек 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. Тебе нужно краситься без макияжа, как Баба-Яга. А может, я хочу быть похожа на Бабу-Ягу. Это так задумано. Салон круглосуточный. Ну, до последнего клиента. Покажи ряды, они говорят, они, тут кто-то профессионал пишет, покажи им ряды, потому что, говорит, наращивать стыдно им что-то там за вас. Покажи, покажи. Сейчас. Как я не маленький и красивый. Перевернуть хочу. О, у меня прыщ какой-то, господи, боже мой. Ну, тут подождите. Они его разглядели совсем близко. Тут трудно показать, еще нет четкого. Он канался все больше, тут прыщ. Держи. Я повернула камеру. Да ладно, я шучу, мне пофиг. Мне пофиг. Баба-Яга вернулась. Всем так без макияжа выглядит. А чё кожа такая жирная? Не пойму, не натуре. Лампа сильно светит, тут и увеличил. Вот видите, у меня прошел вчерашний. Привет. Тупит связь. Красные все такие классные. Что такие? Что такие тоже не знаю, что такие. Главное, чтобы все быстро зажило и снимешь его, почувствуешь свободу. Мне Надежка написала, что она дает иногда подышать своим тетюлям. Меня врач поругал, сказал, нельзя. Но честно, когда всю ночь лежишь, посмотрите, они же красные. Я тоже даю свободу им подышать. Пару секунд. Но они такие уже классные, что я уже хочу снять. Не тянет первые дни голову после. Вообще, вот так часто тянет первые дни. Максимально близко к голове ставить. Какое лучше, как вы говорили, клевуское или наращивание? Я не могу вам этого сказать. Положить локон на плечо. Положить локон на плечо. Ну, зачем? Обойдусь. Давай. Упс. Ну, рассказывай. Что, не светить? Дайте я прикрою свою грудь оголенную. Что, заработала? Я подключилась. Я закрыла свою грудь. Между прочим. Да, я умираю, хочу кофе, я прям плохо мне. Но это кофе я не могу пить, оно такое крепкое, я просто не могу. Давай со сливками тебя разбавим. Нет, нет. Я хочу с кокосом. С кокосом хочу. Знаете, какой кофе пробовала? Привет, какое? Не люблю халву. Вот до ужаса я не переношу. Халвой? Халвой. Обалденно, там есть халвой? Нет. Там я тоже обожаю в кофемании с халвой кофе. Я когда попробовала, я обалдела. Я просто тоже. Сохранишь эфир? Да, что там? Какой размер сделала груди? Блин, он сейчас такой красивый, такой огромный. Пожалуйста, господи, пускай мне не сдуется. Пускай мне не просто набухли, пускай это не отек. Я очень прошу. Если будут такие сиськи, будут просто благодарны. Что на сегодня? Вот что. Спасибо. Сколько могу, столько буду ходить. Что-что? Ну, я потом после дня рождения, Нового года, наверное, сниму. На месяц. Наверное. На нет. Да, ну, а ты в платье приедешь? Он меня тоже приглашал. Просил, чтобы я приехала. Видите, какие они длинные. Мама Мия, Санта Лучи. Муж сказал, что мы пойдем на какие-то острова, где мировой фотограф нас пофоткает. Вот так. Вот так вот. Я буду там русалкой.
Ариэлью. Да. Не, ну вот это ты зачем показываешь? Да, шучу. Не убивай волосы, мне их жалко. Мне? Конечно, ты что, я с ними хожу. Да. Мне как раз надо написать, чтобы сейчас мне это тоже еще. Кофе не оно, он мой, мужской рот. Да, не ниже жопы. Я засыпаю по мне, видите? Да. Вау, очень круто. Три волосины, видите, у меня не три волосины, у меня очень густые волосы свои. Они просто короткие, если вы не заметили на видео, у меня... Девочка, ну скажите, Лена, какие волосы быстрые. Густые. Офигенные. Поэтому даже когда мы сейчас их вычесывали, у меня волосы остались как бы как остались, просто они короткие, это нормально. Так у меня густые. Как? Туда? Да. Я не знаю. Вы знаете эту девчонку? Смело с этой хуйней мне торчит. Как тебе нереально? Да? Горят именно по-другому. Очень по праву, очень по праву. Сейчас ты так подчеркиваешь, вообще в белом подчеркиваешь, дома ладно. Да? Я Вера, у нее был точно такой же. У нее прям даже костюм этот, который как Бузова это делала, вот. По-моему, даже на том концерте, когда она совсем молодая была, вот у нее были вот такие амбрашки. Кстати, где Агилера? Фу, боже мой. Что? Ой, какие-то сегодня злые люди. Так, давай я вот это заколю. Ну вот, нет, ну крышка была шикарная сейчас. Именно вот с этой прической. Господи, сколько фуг. Что не нравится? А я не знаю, чем мне нравится. Мне все не нравится. Когда у тебя день рождения? 23 января. Очень крутой цвет. Молодец, что решила на нем бомбу. Вот они на уши сюда. Ага. Почему не просто белые сделаны? Почему?